В Чебоксарах появился музей занимательного здоровья. Он передвижной. Организаторы привозят уникальные экспонаты в школы и рассказывают ребятам о здоровом образе жизни. Эти музейные экспонаты сразу притягивают взгляды своей необычностью. Кроме того, все здесь можно трогать. Именно в такой атмосфере информация о здоровом образе жизни усваивается на ура. Попробуй забудь, как много вредных веществ прячется внутри сигареты, если ты сам собрал их вместе, как пирамидку. Вот из таких веществ состоит сигарета. Это, ребят, яды и канцерогены. Канцерогены – это вещества, которые вызывают в нашем организме рак. А этот эксперимент показывает, как алкоголь разрушает мозг. Добавим спирт в яичный белок и наблюдаем реакцию – денатурацию. Усилим воздействие демонстрации органов здорового человека и не очень. Я не хочу курить, не хочу пить. Я хочу, чтобы мои органы были красивыми, а не такие черные все. Здоровье – это наше самое ценное богатство, которое нам дала природа. И мы должны его сохранить. Мы сейчас, наши дети живут в такое интересное время, где они могут раскрыть свои возможности, полностью воплотить свои мечты. А что жалко тратить время на болезни и пагубные привычки. Организатор музея – врач, и она прекрасно понимает, как важно говорить о профилактике с самого детства. Теперь второклассники 33-й школы знают, что в день можно съедать одну конфету, не больше мизинца величиной, а кусок сыра размером в 2 пальца. Рассказ про диету на ладошке в программе экскурсии. Вот такого количества мяса нам с вами будет достаточно в день. Дети много почерпнули из сегодняшнего мероприятия, и эти знания будут нести у себя в жизни. И что порадовало, что все-таки многие из них еще не знают, что такие есть вредные привычки, как алкоголь и курение. Видимо, дома у них приветствуется здоровый образ жизни. Я этому рада. Также наглядно ребятам рассказывают об иммунитете и вирусе гриппа. Показывают, какой путь проходит бутерброд в человеческом теле и чем опасны травмы головы. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика.